друзья, всем привет, Славка снова с вами. И мой канал Car Fishing 11. Ну что, друзья, как вы понимаете, если я с вами, если я появился на экране, значит, я на рыбалке. Вот такая обстановка сзади меня. Большой обрыв. Эта вода еще будет подниматься. Это еще маленькая вообще вода. Вот, в общем, приехал я на ночь на налима. Попробую налимов половить. Может, что-то еще кроме, не знаю. Посмотрим. Ну, чисто на червя, друзья. Сухо тут, очень хорошо. Вот такой бережок. Что, все нормально, вам покажу. Да. Воды вообще нету, конечно. Придется далеко кидать. Заходить на глубину. Вот, смотрите сами. Можно ходить вон аж куда. Сапоги я взял, там как всегда, там люди вон отдыхают на той стороне. В общем, кто-то тоже тут, видать, фидерил. Стоит он, Рогатулина. Ну что, не будем чуять время, а то темнеть будет. Сегодня я опять на своей тарантайке приехал. Сегодня шпульку взял тоже полную, прям битком. Вот примерно как-то так. Смотрите, с бугром. Тут у меня и бензогенератор. Пилу с собой не брал. Костер делать я не буду. У меня есть генератор, у меня есть удлинитель. Свет здесь будет, все будет хорошо. Будем сидеть отдыхать, палатку поставим. Где-то вот тут, наверное, поставили ее. Эту палаточку. Да. Вот на этом месте я тут поставлю. Все. Ну все, друзья. Давайте, терять время не буду. Темнеет очень быстро время уже. Сейчас я вам скажу, сколько время. 17:06. Вот. Все, друзья. Короче, расставляю свои приманки, всю эту штуку. Может, даже покажу, как. Что это? Сами все видели. Все знаете, как все расставляется. В общем, разберемся. Ладно. Все, погнали. Ну что, друзья, хотел зарядить 8. У меня оказалось всего 7 донок. Ой, вернее, 6 донок оказалось. Ну ничего, зарядил, короче, 6 доночек. Уже была одна поклевочка. Либо это не поклевочка, а течение немножко снесло. Скорее всего. Ну, может быть, коряжка какая-то поплывала. Неизвестно. И сейчас поставлю типа фидер. Но не фидер, а просто удилку эту. Крокодила тоже подальше закину на червя. Вот, посмотрим. Также поставлю колокольчик там, ничего. И пусть стоит. Все, свет горит. Вот так вот. Пока я включил через пауэрбанк. Пауэрбанк у меня этот 50 тысяч. Другой там вообще не знаю сколько. Короче, до хрена. Вот. Ну а так, потом приготовим что-нибудь покушать. Ничего не будет, а у меня есть чего пицца, вроде как бы. Приготовим ее, чуть-чуть поджарим. И, ну, покушаем. Сегодня я без алкашки. Решил, короче, представляете, решил не пить. Потому что это очень чревато потом последствиями. Недавно я тут дал жару. Еле отошел, в общем. Так что вы тоже не пейте, господа. Ну его нафиг. Чуть-чуть можно, но не как я. Фух. Я вам с собой взял сок. Забыл чай благополучно с собой. Вообще красота. Как так? Много чего позабывал. Ладно, дело не в этом. В общем, что, сейчас ставлю фидерную удилку свою, этого крокодила, и все. И потом с вами пообщаемся, заведем бензогенератор, наверное. Может, я не буду его заводить, не знаю, меньше шуметь будет. Лучше будет слышно рыбу, как клюет. Но на всякий случай я его с собой взял, пускай он будет, как говорится, за поджопу, не это, того. Ладно, ребята. Все, встретимся чуть попозже. Ну все, установил все. В общем, получается 7
у меня донок. 6 таких закидушек и одна типа фидерная. Там кормушка стоит, короче, на 68 грамм. Ой, на 98 грамм. Я ее поставил пустую. Подцепил просто поводок с крючком. Червя пучок нацепил и туда отправил. Так, что-то я решил это, в общем, кушать, не готовить. Нафиг. Что, если клевать не будет, я до завтра, да и все, и домой. Посмотрим, что за ночь получится. Тут вроде как дожди обещают, не знаю. Не хотелось бы дожди-то. Посмотрим. В общем, все, посмотрим. Ну, прохладно. Ветерок такой гуляет. Сегодня у меня с собой, кстати, надо сразу сачок сделать. Под сак сразу сейчас возьмем. Сделаем. Так, где он тут у меня? О, темно. Плохо вот видно. Так, вот он. О. Так, черви. А где крышка таких? Блин. Крышку потерял где-то. Надо срочно найти сейчас фонарик. Возьму. Так, ладно, потом включимся. Поклевка состоялась 18:25. Первый. Ой, вечерочка. Ой, сейчас упаду. Забрыв чуть не упал. Ой, обрыв какой. Вообще большой. Что, вечерочка начинается, что ли? Или выход, может, какой-то. Непонятно, что это было. Пока закрывать тогда не будем. Ну, здорово, здорово. Начало есть. Начало положено. Красота. Ладно, пока перекур. Что-то странно, какое-то видео делать, блин. Я же показывал, как на лименок маленький клюнул. Там спалец. Длиной там, сколько там? 5 сантиметров был. Я его благополучно отпустил. А почему-то тут нету на видео. Интересно. Так, короче, иду. Попробую перезакинуть все это хозяйство опять. То что-то тишина какая-то. Может, уже пожрали. Милость какая-нибудь. Сейчас проверим. Хочу вот вместе с вами проверить. Блин. Так. Так, наверное. Вот. О. Лучше поставить с этой стороны. Чтобы было вас видно. Вам, вернее, меня видно. Пока не знаю, ничего не ощущается. По одну, наверное, долбит. Ну да. Так, червь. Червь. По кусам. Сейчас нацепим.
давай, лети хорошо. О. Красота. Вот я и говорю, была поклевка. Первый раз, когда только устанавливаться начал, поклевочка была. Скорее всего, здесь сорвал кто-то червя. Укололся и все. Ну что, продолжаем дальше. Следующий. Следующий. А здесь тоже тишина вроде. Никого нет, не дергает что-то никто. Ну да. Так, тут червь хороший. Никто его не пожухал. Ну, я добавлю. Добавлю одного сюда сейчас. Дабы пучок был побольше. Так, тут у меня 150 граммовый. Груза. 150 граммовый груза. Ну давай, родной. О. Он здесь сорвало. Вот так. Все равно стаскиваешь. Даже 150 граммовый. Там Никита я тащила. Пошли дальше. А дальше вот он тут уже рядышком. Близко вот он. Вот он, вот он. Поверим, все равно что, перезакинем, пошевелим немножечко. Пучок нормальный, червячков. Добавлю, наверное, еще сюда тоже. А я не буду. Нормально и так. Не буду брать. Так. Тут сотка, по-моему, да? Ну-ка. Тут 100 граммовый, да? Ну давай, родной, лети. А, лети! Во! Сейчас тащит его туда, направо. Надеюсь, тот не зацепится, блин. Зацепит будет хреново. Пойдем посмотрим. Зацепил, нет? Сильно перезакинул туда. Далековато. На него прям походу. Неужто прямо на него? Так неохота было бы.
вроде не достал до того. Это хорошо. Здесь тоже все нормально. Червячок хороший. Сейчас насадим. Одного небольшого. Какой путь. Жить хочет. Так. Тут тоже 150 грамм. Ну давай, лети родной. О, красавчик. Как надо. Ложится. Так, пошли дальше. Вот теперь этот типа фидер, но не фидер. Не в курсе. Ну да. Тут пучок. Сейчас давай одного-двух. Тут нормально все. Одного добавим. Хватит. Сейчас сделаем забросик. Не знаю, далеко может не надо кидать. Что-то далеко закинул. Нормально. Так, следующий мы заряжали. Как раз где был маленький пойман. И почему-то не засняло. Я его даже проверять не буду. Только зарядил. Хотя давай-ка я его перепроверю. Интересно. Здесь, в общем, маленький взял. Забилка совсем маленький.
почему-то съемка не была здесь. Я так обрадовался, что вам покажу. Ну, а пучок нормальный, вообще хороший червя. Сейчас забубеню обратно. Аккуратненько закинем. Раз, раз. Давай, опа. О. Сейчас вообще по красоте, как говорится. Вот так вот. И еще один остался. Вот этот еще один. А вы заметите, тут у меня два висят колокольчика. Не колокольчика, а в смысле бубенчики. Два штуки. Что уже так сработало, так сработало. О, мальки плавают около берега. Малечки прям плавают. Около бережочка. Здесь не пойму. Я. Ничегошечки. Тишина. И червь на месте. Тут даже не буду добавлять. Очень хороший червячок. С одной стороны, хорошо, что мелочь не обгладывать. Может, здесь крупная рыба водится, которая гоняет это мелкое дню. Раз, два. Опа! О! Как-то так. Вот, в общем, как-то так. Друзья, зарядили. Чуть не пойму, кто там лазит по берегу. Проверим. Фух. А весной тут был бобер, помните, я вам рассказывал. Здоровый. По большой воде вода вон куда поднималась. Прям до сюда была. Аж переливала он все. Ну, в общем, вот так. Все, пока установили. Будем дальше ждать поклевочек. А пока так вот как-то. Блин, что там? Пока как-то так. Ладно. Рыбка пока не клюет. Что-то я сейчас перезакинулся. Еще раз червь на месте, все на месте. Завел бензогенератор. Ну, слышите, шумит. Дабы зарядить. О! Что получилось? Обалдеть. Не дай бог сгорела эта штучка. Она может сгореть. Блин.
Да. Если селфи эта штучка сгорела, то все. Будем без света сидеть. Подзарядил называется. Сейчас проверю. Так. Отключим пока. Вот это. Включим. Вот это. Не работает. Или нет? Нет, сгорело. Нет, работает. У-у-у. Все классно работает. Блин, я аж испугался. Думал, все, хана ему. Не работает. А что такое? Что-то генератор там тупанул немножко. Ладно, будем разбираться с этим позже. Пока в палатку заряжать будем. Фонарик. Так, фонарик, фонарик. Фонарик. Как ты подключаешься? Так или так? Или вот так? Все, фиг потянешь. Чиник, да. О. Там сюда не лазит. Ладно, сейчас переключимся. Или включимся попозже. В общем, по какой-то непонятной причине генератор тупанул. Интересно. Хорошо есть зарядки всякие. Блин. Так, я думаю, клёво не будет. Наверное, до часу, до двух может лечь поспать. Может лечь поспать, немножко отдохнуть. А потом пойдем. Будем перезакидывать. Проверять. И все такое. И все такое. Ладно, друзья, пока выключаемся, потом посмотрим. Что будет? Что-то как-то. Но отчаяться я не собираюсь, потому что уже одного же мелкого поймал. Не знаю, почему не записалось. Вот там вот такой карандашик был-то, блин. Ну вот. Ну сколько? Ну пускай 10 сантиметров. Ну он вот такой вот толщины всего лишь. Ну что это? Хорошо он заглотил. Недалеко не успел глубоко заглотить. Так я вытащил, хорошо его отправил. И червь еще и полный рот у него набитый был. Ну, то, что мой пучок. Он, блядь, долго стоял, не мог уйти от берега. В шоке был. Как так? Еще и выпустили, еще и накормили. Ладненько, друзья. Что-нибудь подумаем сейчас. Может, что придумаем. Если, значит, попозже тогда. Сейчас действительно лягу, отдохну, полежу. И потом часиков два, час в два будем пробовать. Тем более у меня эти бубенчики очень хорошо слышны. Будет поклевка, я услышу. В общем, друзья, время 11 час ночи, 22:35-36 уже. Перепроверился. А, слева там чуть-чуть был червь обгрызан, остались все целые. И на данный момент у нас идет небольшой снежок сейчас. Вот, если видите, он пролетает
на экране такие полоски. Вот это идет снежок. Вот такая погода у нас сегодня. Обещали дождик, а идет снежок. Пришлось его убрать в экстренном порядке в палатку. Все, что может промокнуть. Все сложить. Вон даже видите сами, как пролетают по экрану эти полоски. О! Даже слышно, как по палатке бьет снежок. Ну ладно. Вообще чисто. Ни единой этой, как его, мелочи даже нету. Я имею в виду про рыбу. Вода чистая. То есть ни одной ни тиночки, ничего не забивает. Пожалуйста. Только клюй. Где рыба? Да хрен его знает, где эта рыба. Один сегодня вот такой был. Все. Непонятно. Непонятно вообще. Где рыба? Рано или чего, блин? Ну, вода-то, конечно, мелкая. Вода совсем в этом году. Даже меньше, чем в том. Такое ощущение. Я не знаю, что думать. Что-то в палатку залазить. Да на боковую. Услышу поклевку, услышу. Нет. Значит, как проснусь, так пойду проверю. Тем более сейчас зарядил новый баллон. Там у меня был полупустой баллон. Вот он почти закончился. Замерз аж, льдом покрылся. Пришлось другой поставить новый. У меня собой 8 баллонов. Или 9. Так что не замерзну. В палатке вообще тепло. Вот такие дела. Не знаю, что, друзья, делать, что думать, что думать, что делать. Хрен его знает, что делать, что думать. Не знаю. Что, наверное, ложимся спать. Тут хоть думай, не думай. Но унывать мы не будем. Глядишь, попозже, может, часиков в 2, в 3, может, 4 утра начнет клевать. И там мы потом посмотрим. Ну и сделаем выводы какие-то, наверное. Но если поклевок не будет, то, наверное, я не пойду больше на такую рыбалку. Теперь только потом буду ходить так, набегами. Пришел, поставил, ушел. Пришел, проверил, все, снял, ушел. А больше как? Ночевать тут я не вижу резона никакого. Ладно. До следующего включения, в общем. Ой, не спится ни хера в палатке вообще. Ташкент. На улице дождь идет уже. Не то что, сначала снежок, теперь дождь валит, блин. Что-то вообще не спится. Вот у меня огонек дает, который тепло. Угу. Красота в одних трусах и в майке. Вообще лепота. Романтика, бляха-муха. Пока не спится. Ой, издевается, но не спится, не знаю. Эти колокольчики не слышно, чтоб срабатывали. Фиг знает. Посмотрим. Завтра-то точно я уже оставаться не буду, потому что все. Если сегодня не клюет, то завтра тоже. Сейчас посмотрел недавно
этот прогноз погоды. В ближайшие 3 часа дождь не прекратится, а потом посмотрел, ё-моё, а завтра-то он целый день идет. Надо выбрать момент, когда он прекратится, собрать быстренько весь, все манатки и рвать когти до дома. И все. И там будем думать, когда в следующий раз на рыбалку. Ну да, так и сделаем. Ай-яй-яй. Время, короче, без 10 час. Мне что-то не спится. Пошел, короче, перезакинул. А на которую я маленькая налименка вытащил. Его подъедает уже второй или третий раз. Подъедаю, сколько я уже раз ходил. 2 или 3. Вот. Подъедают. Сейчас эту фидерную, короче, удочку решил закинуть туда, далеко, на середину речки. Посмотрим, может, что-то там будет. Потому что здесь, ну, вообще ничего нету. Я в шоке. Ни одной поклевки. А там мелочь, конечно, жрет. Блин. Я опять дождик пошел. Успел. Вообще вовремя я. Где-то немножко добавил червя там, 1-2 штук. И все. Ладно, друзья, продолжаю спать, так скажем. Друзья, 5:30 утра. А на улице сильный дождь идет. Рыбалка на этом закончилась, что ли? Ну вот я и говорю, дождь будет идти. Как только прекратится, там будет какой-то промежуток, я найду время. Быстро собираю все вещи и домой. Все. И на этом рыбалка закончена. К сожалению, ничего хорошего с этого не вышло. Ждем. Ждем, когда прекратится, чтобы пойти снимать. И заодно посмотрим, что там есть. Может, что-то есть, может, что-то нету. Все, друзья, ждем. Всем доброго, друзья. Так, ну что, червей пожрали. Время 6:00, по-моему. Утро. Червей в многих местах пожрали, видать, мелочь. Сейчас на фидерную вот эту вот удочку поклевочки какие-то идут непонятные. Вот на эту удилку. Вот на эту удилочку. Сейчас будем смотреть. Следить за ней. Кто там, что там хочет. Кто там, что там хочет. А там зато... сейчас покажу. Вот там, друзья, чуть ближе к тому берегу, такие всплески рыбины такие большие выпрыгивали. Обалдеть. Вон там всплески, до сих пор идут. Вон. Не знаю, может, ясь. Вон, видали? Вот она. Вон она. Вот это там рыбину шлын дают. Красавчики. От этой удилки уже пока ничего не понятно. Вон там всплески. Ладно, похуй на эти всплески. Походу собираться надо. Или еще чуть подождать. Ну потом ждать буду. Опять дождь попрет. Пока прекратился, можно и было бы идти. Не знаю, может, покидать.
блесну, что ли. Есть резон, нет. Никто об этом не знает. А ну-ка, давайте-ка вот эту сейчас проверим. Вот эту вот. Посмотрим, что с ней стало. Поели, не поели. Смотрим, в общем. Может быть, она скатывается дальше. Я же далеко закинул. Сегодня утром вообще пришла, она вот так вот дыбом стояла. Как обычно. Да, посмотрим, может, пожевали уже опять. Нет, пожевать не пожевали. Как есть вроде как. Как я делал. Проверяю, как насаживал, так и есть. Правильно. Ну, вот пустая кормушка, короче. Тут у меня нету груза такого обычного. Пользуюсь так. Монтаж обычный. Петля. И этот. Поводок. Все, ничего такого. Поводок, петля в петлю и все. Совсем съехала. Я в шоке. Где рыба-то? А вон там все плескается и все, вон, ближе к тому берегу. Получается, на том пляже она балдеет. Да. Ну что, в следующем году мотор вкатаю. Буду гонять на Вытегду. Гонять в верховьях. Там рыбалка посимпатичнее, чем здесь. Либо на Сысолу в верховье ехать куда-нибудь. Тренинговать вот здесь, там, там. Где получится, короче. Вот такая вот история, друзья. Вот такая вот история. И пока ждем. Можно собираться буду домой. Не знаю, посмотрим сейчас. Ну все, друзья, я собрался. Вот. Все погрузил. Все снял. О, пятно какое, знаете, осталось. Все сырое в округе. Зато тут сухо, где я. Палатка моя стояла. Вот. Что вам скажу? Ну, не состоялась рыбалка. Как не состоялась? Вчера маленького видел, поймал, в руках подержал, отпустил, все. Слава Богу. Хоть одного отпустил. И все. И больше рыбы нет. Не знаю, что теперь делать. Будем думать. А пока рыбалка на Нальдиме окончена. Со счетом 1-1. Так как одного я поймал. Ну, отпустил. Ну все, друзья.
Всем пока и всем удачи.